Хай, юбилюшки! С вами я, СтивПро, и сегодня всех вас, ребята, я приветствую на битве читов в Майнкрафте Pocket Edition. И сегодня мы с вами будем сравнивать чит под названием Toolbox и программу MKP Master, которая также считается одним из лучших читов для Майнкрафта Pocket Edition. Ну а вы, ребята, после просмотра этого видосика в комментариях обязательно пишите чит, который вам понравился больше всего. Лично я, ребята, думаю, что и Toolbox, и MKP Master это хороший чит программы для Майнкрафта Pocket Edition. Ну а вы, ребята, ни в коем случае не используйте эти программы на серверах, иначе вас, ребята, могут забанить. Ну а ссылочки на эти программы, ребята, я вам даже не буду оставлять, поскольку все они есть, ребята, в Play Market, и эти программы стоят ровно 0 рублей. Ну что ж, ребята, давайте начнем сравнение. We'll be right back.
Thank you.